вечер дорогие наши зрители. В эфире выпуск программы. День. Люди. События. 16 июля. Ученый-энциклопедист, физик и астроном, историк и филолог, Михаил Васильевич Ломоносов был также выдающимся химиком своего времени. В Санкт-Петербургской Академии Наук он официально занимал должность профессора химии. Это наука, показывающая, как из нескольких взятых тел порождаются новые, вела к познанию внутренней структуры материи. Длительное время Ломоносов добивался открытия при Академии специальной химической лаборатории, без которой было невозможно проведение даже элементарных научных опытов. Благодаря его настойчивости, лаборатория, в конце концов, была создана, и, таким образом, Возникла база для осуществления эпохального научного открытия минус всеобщего естественного закона, известного также как закон сохранения материи. Его обоснование было впервые дано в письме Ломанусова от 5-16 июля 1748 года, адресованном великому математику Леонарду Эйлеру. Там, в частности, говорилось. Все встречающиеся в природе изменения происходят так, что если к чему-либо нечто прибавилось, то это отнимается у чего-то другого. Так, сколько материя прибавляется к какому-либо телу, столько же теряется у другого, сколько часов я затрачиваю на сон, столько же отнимаю у бодрствования и так далее, и так как это всеобщий закон природы, то он распространяется и на правила движения. Тело, которое своим толчком возбуждает другое к движению, столько же теряет от своего движения, сколько сообщает другому им двинутому. Открытый ломоносовым закон получил более полное обоснование в его работах, об отношении количества материи и веса, 1758, и в рассуждении о твердости и жидкости тел, 1760. Обе эти работы были опубликованы на латинском языке, и, следовательно, получили известность за пределами России. Но осознать значение открытия, сделанного Ломоносовым, многие ученые тех лет так и не смогли. Понравилось наше видео? Подписывайтесь на наш канал и ставьте лайк.